Доброе утро, народ! Посмотрим, что сегодня нам принесет этот прекрасный день. Прекрасный день в Бангкоке. Вот она, оживленная жизнь с утра, да? Совсем все поменялось, все в палатках уже заставлено. Народу много ходит. Движемся покушать куда-нибудь. Сейчас Макс меня отведет и накормит чем-нибудь вкусненьким. Зашли в такое заведение простенькое. Местная столовка. Столовая, так сказать, да. Сегодня я учу Славу английскому языку и национальным блюдом, да. Fried rice, да? Ну-ка. А rice top это which spicy chicken and базил. Так, ну рис, не знаю какой, с курицей и базиликом. Fried noodle which. Вот там принесли перекусить пока. Еще ждем гарнирчика. Вот. Гарнир мы выбрали райс, я топет выбрал острый, и Макс выбрал простой гарнирчик. Топет это не острый. Топет не это острый. В смысле гарнир. Это в смысле гарнир. А, в смысле я не силен в английском языке. В общем, мы с утра с пивка начинаем, ночью нам не удалось попить, поэтому сейчас будем пиво пить. Да, ребята, вам не показалось, это потея, ну, правда, на 11 этаже тоже классно. Это как я фотку делал на соседнем доме, даже бассейн. А, так это получается. А это я не наш видел, Макс? Сверху. Я не наш видел сверху бассейн. Максим, он уже купается. Теперь я нырну тоже. Я, наверное, смогу? Давай пока полай ты, не рисковать. Больно! Наш привет холодным странам! Ребят, мы поднялись в Bayou Sky на 19 этаж. Тут у нас типа лобби находится. А здесь покупают билеты, чтобы подняться вверх на 88 этаж, да? На смотровую площадку. Но это стоит... Если 350 бат, да, мы за эти деньги можем посуществовать пару дней тут, да, вот, покушать. Поэтому мы решили для себя, что походим сейчас по храмам. Ну, в общем, все сами увидите. Вот, можно посмотреть, какой тут вид. Это с 19 этажа. Народ тут радует, просто поворачиваешься на человека и сразу же такая улыбка до ушей. Я не знаю, может, ты тоже таксист просто. Может, у него есть там коварные какие-то мысли, насчет того, чтобы нас заманить в такси. В общем, ребята, мы заплутали в Бангкоке. И да, мы сдались, мы вызвали такси. Да, Максим, идем сейчас такси. Здесь Uber, кстати, работает тоже. Uber, кажется, международная. 200 бат по городу. 200 бат по городу. Мы сейчас еще воспользуемся скидкой. Скидка на 3 поездки по 200 рублей. Не знаю, примет их тут или нет. Кстати, если бы мы вызвали Google карту, нам бы дали еще скидку, я забыл про это. Такая вот акция есть. Google карту вызываешь Uber, то тебе дают скидку еще дополнительную. Сколько там бат было? 5, почти 100 бат такой скидка. Слушай, это мы купили. В следующий раз так и сделаем. I'm in love with your body.
Бангкок большой, мы просто запутались, даже где какой храм. Оказывается, закрыт уже дворец, большой дворец. Вот, сейчас мы пойдем в храм Золотого Будды. Здесь много очень храмов по пути, на каждом углу почти. Сейчас тоже какой-то крупный храм, все обнесено забором. Может, даже это часть Изумрудного Будды. Сейчас мы узнаем. Здесь посмотрите, сколько людей в черном. Это после смерти короля траур еще на год протяжности будет. Вот, и он сейчас идет. Люди все обрядились в черный цвет. Сегодня, наверное, какой-то значимый день в память короля, потому что все очень-очень много людей, и все в черном одеты. Купили билеты, попали внутрь. Максим где-то вперед ушел. Мы сейчас сам храм идем, да, Макс? Сам храм сейчас идем. Там снимать можно вообще? Перед входом попросили снять обувь. Интересно очень. Пока насчет съемки ничего не говорят, там кто-то снимает уже все. Поэтому мы также ходим совсем босиком-босиком. Золотой Будда такой большой. Здорово. Я не представлял даже, что он таких размеров. Вот. Да он вовсю, получается, во весь храм лежит. Мне очень печет уже подошву. Мы сегодня прошли, наверное, километров 20 в тапочках. Я потирал все ноги. The best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking faster than we talk slow. Храм, так понимаю, большой. Красиво украшено. Я даже не знаю, каких слов подобрать к всему этому. Вот, очень необычно. Такую архитектуру вживую впервые вижу вообще. Да? Ребят, я не знаком с этим местом и вообще с его историей, так что Максиму есть что сказать. Он сейчас, как всегда, расскажет. Максим у нас всегда про все рассказывает. Максим лектор. Сейчас будет рассказывать лекции. Я просто Слава спросил, что это за статуи такие позолоченные. Вот. На самом деле, каждая из них это усыпальница для праха. Вот. Здесь находится прах. Ну, приближенных, а также обеспеченных людей, насколько я помню из лекции нашего гида. Вот. И, в принципе, чем богаче она украшена, вот камушками всякими цветными, вот, тем, в принципе, обеспеченнее был человек. Сколько их по кругу, я не помню, что ну, общем, достаточно много. Вот. Здесь встречается просто черное, то есть не хватило то ли времени, то ли денег на то, чтобы украсить свою усыпальницу, сделать ее красивой. Ну, такой сложный храм. Ну и как у нас, так же. Ну, пойдем туда посмотрим. Тут тоже у нас статуя какая-то золотая. Ну, гляди. Всего лишь 500 тонн чистого золота.
Все, мы покидаем храм. Мы вызвали такси. Сейчас нам нужно, получается, автобус заказать. Купить билет, да. Нам до Самуи нужно ехать. Когда мы поедем на автобусе, потом на пароме. Потому что мы катаем оранги. Это какой этот высокоскоростной какой-то катамаран, или как он там называется? Вот. Там все забито по 11 число. Поэтому приходится ехать другим, потому что траектории неинтересные. Потому что на катамаране можно было остановочки делать на разных островах. Можно было поснимать. Ну что ж, доберемся самостоятельно до этих всех островов. Ребята, мы так долго ехали, я вообще уснул. Были в пробке. Сейчас приехали брать билеты. Тут вообще муравейник дикий. Еще ниже нужно пойти. Нам кое-как на ломаном английском языке объяснили. На каком языке так мы общаемся. Вот, объяснили, куда идти. Сейчас будем искать. У нас, короче, полоса невезения какая-то. Приходится ехать в 6 утра. Думали, сейчас 20-30 вечера поедем. И уже в 9 часов утра должны были быть на Самуи. Вот. В итоге сейчас ищем какой-то хостел, где перекантоваться. Сели покушать. Тоже такие специфические блюда. Ну, мне очень супчик понравился. Макс сейчас такую штуку кушает. Вкусно? Нормально. Это человеку в тарелку несу телефон. Ребята, мы сейчас находимся в Северный автовокзал. Здесь очень оживленно. Здесь 100% есть полиция. Вот, и сейчас... Зачем полиция? А? Что? Зачем она тебе нужна? Полиция? Не, она мне не нужна, просто мы сейчас будем делать то, за что светит или 5 лет лишения свободы, или 40 тысяч бат. Вот. Начнем? Короче, выключай, да. И не пались тут. Как дурак, стоишь в светящейся майке, что и снимаешь. Вот самые отпетые люди, неприметные, в зеленых футболочках. Нас видно, блин, издалека. Так, ребятки, мы заехали. В отель, точнее, заезжаем. Где в Кумбре где-то дешевые нашли. Так, вот все. Красиво тут. Мостик, водички, рыбки плавают. Ну, классно тоже сделано. Очень далеко. Вот от места. Мы сюда еле добрались. Поднимайся, я догоню. Меня очень на самом деле смущали. Мы Макса даже в одинаковых футболках, короче, нам еще дали двуспальную кровать. Здесь, в принципе, очень весело, конечно. Ну, за 1000 бат, в принципе. 1000 рублей. А, 1000 рублей, точно. Какие 1000 бат? Это я вообще ошибка природы. Таксистам ездили, короче, 3 адреса, наверное, сменили. Уже несколько раз звонили именно сюда в хостел, да, получается. Таксист всего взял 180 бат за это. Сейчас мы перекурим это дело и пойдем прогуляемся, посмотрим. Тут 7-Eleven сходим, что-нибудь купим, покушать, попить. Тут недопонимание. Мы забрели в район, в котором только местные. Good pad thai. Окей? Pad thai. Pad thai. Okay. Two pad thai. Okay. Pad thai seafood. Yes. Okay. Pad thai seafood. Aduh. Mak. Noodle, lapsa. Drink mai, drink mai. Water mai, water drink mai. Расскажи нам. Это пипец, ребята, мы забрели, короче, в район, где живут только местные. Они не то, что английский, не знаю, они не знают, что такое лапша. То есть, по сути, во всех тайских кафе знают, что такое лапша, нуду по-английски, да? Даже ребята... у них, получается, вот этот бомж-пакет, типа, доширака, там прочего, у них мама-нуду, получается, называется.
Вот. И, в принципе, мы не смогли сейчас донести до них, что мы хотим лапши, поэтому мы будем паттайя. Что такое паттайя? Я не пробовал. Паттайя – это жареные овощи с мясом или с морепродуктами. Ну, под песком пойдут нормально. С морепродуктами. А можно они как-то, я думаю, нельзя, да, не донести, что мы хотим морепродуктов? Все вот. Морепродукты мы донесли. А, донесли, да? Сейфу, все отлично вообще. В общем, ребята, языковой барьер это... Не только для нас проблема, да, проблема да. Для тех, кто, в принципе, живет чуть-чуть подальше от центра и вообще не понимает. Реально, мы сегодня ходили здесь по улицам и не встретили ни одного туриста, только местных. Все на нас смотрели, оглядывались. И сейчас тоже в кафе на нас смотрят просто как на двух дебилов. Хорошо, что ты футболку, как я, снял такую же зеленую. Два кузнечика из России заказывают покушать в местной кафешке. Но мне думали вообще говорить, что я бразилец. Почему-то меня с бразильцем буду. Я похож на бразильца? Пишите в комментариях. Дубль два. Мы теперь покушали. Теперь нужно донести, да. И нам нужно донести, сколько денег, и нам нужно донести, чтобы мы хотим узнать, сколько денег нужно заплатить, чтобы мы ушли. Вот. Ребятки, вот видите вот эту статуэтку? Это даже не статуэтка, а как называется получается? Это... Храм духов. Люди ставят себе просто возле дома, там даже на крыше многоэтажки. Ох, нихера себе тут воняет. Короче, это наши уже? Они очень суеверны и ставят везде, так сказать, признак. Ну, это признак божества получается. Они ставят чего для благополучия, получения, правильно? Охрана от злых духов и прочее, в общем. Мы немножко развлеклись, ребятки, загулялись, покушали, пообщались с тайцами, которые не понимают ни международного языка, ни нашего языка. Нам очень было трудно о чем-то с ними вообще договориться. Вот, сейчас мы пойдем отдыхать, там завтра рано очень вставать, ехать на автобусе. В общем, ребятки, ставьте пальцы вверх, сегодня мы подвели итог дня. Вот, мы пошли бай в отель, тут комары кусают, переносчики, заразы, вот эти твари вообще. А от них нужно тут мазаться специальными средствами, потому что они переносят лихорадку, как она называется? Денге. Денге. Хорошо, чтобы, блядь, не было. Лихорадка денге, под 40 температуры может подскочить. В общем, отпуск может быть испорчен, поэтому нужно защищаться от этого. Презервативами мажьтесь. Всем пока-пока, да, презервативы ходите. Всем пока-пока, до новых встреч. Завтра будет новый день, новые приключения. Тагил!